О здоровье зубов мы порой начинаем задумываться только тогда, когда интенсивные болевые ощущения дают о себе знать. Но стоматологи с этим в корне не согласны. С постоянными зубами нам предстоит прожить всю жизнь, и вернуть потерянный зуб естественным путем, увы, невозможно. Поэтому медики бескомпромиссны. Необходимо следить за здоровьем зубов и десен. Ведь инфекции могут привести к серьезным проблемам с зубами и спровоцировать разные болезни. Какие проблемы могут возникнуть и как их предотвратить, спросим у наших специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже про кариес с вами поговорили. И, в принципе, эта проблема у всех на слуху. Про нее мы, в общем-то, хотим или не хотим, но слышали. А какие еще бывают проблемы с зубами? Ну, к сожалению, кариесом, да, не исчерпывается заболевание. И они связаны не только с зубами, но и с заболеваниями полости рта. Угу. Вот. Сюда входят пародонтит, пародонтоз, флюороз, гипоплазия эмали, кленовидные дефекты, эрозии эмали. Ну и еще есть ряд редко встречающихся заболеваний. Угу. То есть список достаточно широкий. Я так понимаю, что это вот уже конкретно никак не связано с самим кариесом. Это абсолютно другие вещи. Нет, да? Нет, не связано. Давайте с вами тогда поговорим конкретно о некоторых. Ну, наверное, тоже люди сталкиваются с проблемами подвижности зубов. Вот это от чего бывает вообще? Что это такое? Это временное, может быть, явление? Само проходит? Или как с этим быть? Подвижность зубов бывает в основном от двух заболеваний. Это пародонтит и пародонтоз. А, ну вот как раз. Да, многие путают, называют одно другим. Чаще говорят люди, как пародонтоз. У меня пародонтоз. На самом деле пародонтит и пародонтоз – это разные заболевания, у них разная причина. Но приводят они к одному и тому же – подвижности зубов. Вот. В основном у всех где-то 80% людей, ну 85%, это пародонтит. Это заболевание происходит с, проходит с воспалением десны и с кровоточивостью. И возникает оно, бывает остро, бывают стадии ремиссии, то есть утихание болезни, бывают обострения. А вот пародонтоз, он протекает медленно, и там присутствуют больше дистрофические явления. И годами протекает, и потихоньку-потихоньку оголяется корень, и появляется зуб. Подвижность. Да, да. У пародонтита все это как бы, ну, более бурно, с кровоточивостью, с болью и с частыми походами к стоматологу по этому поводу. И я так понимаю, что лечатся они тоже по-разному? Или нет? Ну, лечится, конечно, по-разному, потому что пародонтит, он, основная причина – это плохая гигиена. Кстати, да, то, что мы говорили про как нужно чистить зубы. В результате плохой гигиены образуются зубные отложения, которые влияют на здоровье десны. Поэтому, когда ходишь к стоматологу раз в полгода, удаляешь зубные отложения, да, смотришь за здоровьем десны, то, естественно, что и заболевание, оно протекает гораздо легче, и практически его можно как бы, ну, свести на нет. Особенно в молодом возрасте. Если этим заняться, да, то потом можно жить всю жизнь со своими нормальными зубами. С пародонтозом там просто идет поддерживающая терапия, и в основном лечатся заболевания соматические. То есть это как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, которые влияют на питание ткани костной, да, потому что все связано с сосудами. И там вот именно на поддержание. Ну, то есть я так понимаю, что если человек, например, по соседству столкнулся с такой проблемой и сходил к соседу, потому что тот уже эту проблему лечил, то он может лечить не то, да, у него может оказаться не тот, а другой диагноз, конечно, и он может в итоге... И вот у него будет пародонтоз, он будет полоскать и мазать. А это не будет помогать? Это не будет помогать. Вот вы сказали про кровоточивость зубов. Это всегда связано именно с шатанием? С вот этим воспалением? Это связано с воспалением. Воспаление всегда... отдельно? Воспаление, шатания может не быть. Да. Есть такая стадия начальная, самая начальная, когда еще нет шатания, но уже есть воспаление. Это называется гингивит. Это ранняя стадия. То есть здесь как бы
есть такая немножко похожесть с кариесом. Там тоже все протекает по стадиям. Можно даже сейчас перебью, начать со строения нормальной десны. Ага. Вот, да, на этой картинке очень хорошо показано. Зуб находится в лунке. Угу. Вот это вот такая вот костная ткань. И между зубом и зуб как удерживается в лунке, тут есть связочки. Угу. Вот, да? Зуб там держится связками. И вокруг зуба есть такая круговая связка. Десна, сама десна прикрепляется к зубу круговой связкой. Угу. Вот. И это нормальное состояние десны. Если есть воспаление десны, да, по каким-то либо причинам, то сначала круговая связка не разрушается. Угу. Там идет воспаление чисто десневых сосочков. Вот так. Да, вот они начинают так краснеть. Угу. Да? Появляется небольшая кровоточивость, как бы, ну, это решается просто. Потом, а, да, вот, да. Вот. И вот, вот он гингивит, да, увеличивается десна просто, да, краснеет, опухает, да. И кровоточит. И кровоточит тоже, если какие-то там, ну вот, допустим, щеткой почистил, угу. более здесь как бы так вот, ну, агрессивно, да, появляется кровоточивость. Угу. Или откусил яблоко жесткое, угу. появляется кровоточивость. Не всегда. Угу. И небольшая болезненность. Это вот гингивит, но связочка еще целая. Угу. Вот. Это такое заболевание, это... Очень часто, особенно у молодых, у подростков, вот это вот есть, потому что плохо чистят зубы. И самое интересное, да. что когда появляется кровоточивость, на этой стадии, вместо того, чтобы лечить, часто пациенты ухудшают состояние. Потому что они видят кровоточивость, они думают, что это происходит из-за того, что они щетка сильно чистят. Да, да, да. Они перестают чистить. Замкнутый круг, да. Это практически все так делают. Потом все это... усугубляется. А-а-а. Да, вот уже из-за того, что воспаление, из-за того, что налет, который здесь был, не чистят, да, uh-huh. все спускается гораздо ниже. И расплавляется зубная вот эта вот связочка круговая. Uh-huh. И вот, вот это уже начальная стадия пародонтита. Угу. Тот был гингивит, а это пародонтит. Ну, то есть получается пародонтит Карма. Не отдельно сам по себе возник, это а возник продолжение, уже... Конечно, конечно, да. Угу. Если не лечить, угу. не заниматься, то будет вот это. Вот это вот уже зубное отложение. Это, угу. ну, это уже поддесневые. Сначала там на картинке не показано, сначала они образуются наддесневые, угу. вот здесь. А потом, когда уже связка разрушается, все спускается ниже. Угу. И начинает самое главное, почему оголяется корень, вот видно, да, здоровый уровень костный, да, да, да. а здесь начинает рассасываться косточка угу. и образуется патологический карман. То есть это уже не нарастить вот это и уже, не исправить? Нет, это уже первая стадия пародонтита. Ну, дальше все страшнее и страшнее. Нет, на первой стадии можно исправить. Так, вот, а давайте пока вот... 1-2 миллиметра, ага. когда растворяются кости, если остановить воспаление... Кость может восстановиться, но это в пределах 1-2 миллиметров. Даже, да, даже не то, что вот прям быстрее-быстрее, да, быстрее-быстрее. То есть остановить вот на этом уровне угу. можно и поддерживать, и угу. зубы будут, да, как бы, ну, считается, что спасти, это как бы, да, да, легкая стадия, можно спасти. А вот пока мы еще дальше угу. не ушли, какое вот есть лечение именно кровоточивости? Ну, то есть может человек самостоятельно или же это обязательно медикаментозно? Вот расскажите об этом подробнее. Ну, на этом строилась, наверное, наша вся советская медицина. Угу. Лечили именно лекарствами. И вообще было такое мнение, что если что-то заболело, надо лечить лекарствами. То же самое здесь. Угу. Десна воспалялась, делали различного рода уколы, угу. накладывали различные повязки, аппликации. Да. Но причина, как мы уже сказали, заключается в плохой гигиене, поэтому и на этой стадии, и на последующих стадиях основное лечение – это именно чистота. Удаление камней и чистота кармана. Но вот на, этом, угу. на этой стадии можно лечить дома, можно. Угу. Если очень хорошо почистить зубы, потому что здесь, как правило, присутствует мягкий налет, угу. да, с которым мы можем справиться дома, если хорошенечко почистить. Как мы говорили, щетка, паста, угу. зубная нить, ирригатор, угу. ополаскиватель, это достаточно. И можно уже пополоскать ну, медикаментозно, тем же мироместином или угу. хлоргексидином, угу. помазать, гели есть холесал, метрогил дента. Что-то да. антибактериальное. Да, можно даже солевым раствором пополоскать ага. несколько дней. Вот это вот пройдет. Угу. Вот здесь вот уже, вот, в это, да, вот на, этом, на этой стадии уже без стоматолога не обойтись. Когда камни, да? Да, да. Вот давайте тогда теперь о камнях поговорим. Какие виды зубных камней бывают? Вот только такие или есть еще что-то? Ну, зубные отложения, они есть как бы мягкие и твердые. Угу. К мягким отложениям относятся вот мягкий налет зубной и зубная бляшка. А жесткие, это уже твердые, это уже камни. Uh-huh. Они бывают там от светлого цвета до темного, да, прям до черного цвета. Uh-huh.
И мягкий, основном, получается, да. Может человек сам счистить, да? Может счистить мягкий налет, но зубную бляшку уже, а вот если не знаешь, где она находится, ее нужно просто вот механически соскребать. А-а-а. Это щеткой не получится. Угу. Это можно... и, наверное, самостоятельно не надо, а то нет, возьмем потому что... ножиком. Конечно, конечно, да. Зубная бляшка – это как бы такое особое образование. Она очень плотно прикрепляется к, я уже, наверное, говорила, когда кариес, прикрепляется к эмали, и под ней часто образуется кариес. И потом уже зубная бляшка, она может твердеть и образовываться камень, твердые зубные отложения. А зубные, да, отложения, сейчас еще минуточку я расскажу, очень важно, образуются в основном там, где выходят потоки слюнных желез. Это под языком у нас вот здесь вот слюна вытекает. Да. Это большие слюнные железы открываются. И камни в основном все на нижней челюсти, вот прямо вот здесь, вот, да, вот у многих. Это наддесневые, поддесневые. Это очень труднодоступное место. Да. Я вот пробовала чистить зубы, как вы говорите. И это одна сложно. Из причин, почему это очень, камней. Да, очень трудно. И потому что еще здесь вот вытекает слюна. Угу. И слюна вытекает в области вот на щеке. А проток есть в области 6-7 зуба. Вот здесь тоже много зубных отложений бывает. Это такие вот основные зоны, где прям вот надо очень хорошо чистить. Потому что слюна содержит минеральное включение, которые осаждаются в зоне вот этих налета, зубов. Налета, зубной бляшки. Да, да, если не почистить, там будет все твердить. Ну, то есть я так понимаю, что чтобы избежать отложения камней, мы опять же говорим опять про же мы гигиену возвращаемся, да, возвращаемся и про чистку, к чистке зубов. Но не только гигиена. Я уже упоминал о том, что один из способов профилактики кариеса является здоровое питание. Вот. Пища содержит много, хорошая пища, здоровая, содержит много того, что препятствует возникновению кариеса. Это я говорю уже клетчатка, да? Вот. Фруктовая кислота. Вот она растворяет различные включения. И то же самое и с камнем. Если мы употребляем достаточно в пище клетчатки, то она сама по себе уже счищает. Растворяет. Да, она счищает камень и растворяет камень. Вот, это, кстати, к слову о том, можно ли удалять самому камень. Если по какой-то возможности, если у вас нет возможности по какой-то причине пойти к стоматологу удалить, первая помощь – это изменить свой рацион. Вот, чтобы там было достаточно фруктов и желательно цитрусовых, потому что, допустим, в лимоне достаточно много кислоты, которая сама по себе может растворять камень. Но все в меру должно быть. Ну, как понятно. Мы говорили, что должно быть все в меру. Да, очень аккуратно. Я почему просто сейчас вспомнила. Чайники, да? Накипь чистить. Очень похоже, да. Я многим пациентам говорю, что вот у нас зубные отложения, как накипь на чайнике. Примерно то же самое. Тоже те же минеральные вот отложения. Только у нас зубы не железные. В общем-то, жалко. Жалко, да. Только у нас еще присутствуют микроорганизмы, которые поддерживают воспаление. Хорошо. Вроде бы с этим все понятно. Давайте еще одну проблему озвучим. Я знаю, что по статистике очень большое количество людей, вообще, да, около там, 50 миллионов, может, даже больше, страдают в нашей стране от неприятного запаха изо рта. Насколько я понимаю, этому даже есть прям название как болезни, да, отдельно. То есть не просто так неприятный запах. Это заболевание, это даже называется не заболевание, а галитоз. Скорее, это явление, галитоз. Явление. Да, это явление связано с накоплением анаэробных бактерий, то есть те, которые размножаются без доступа кислорода. Вот. И, соответственно, если карманы глубокие, то и, конечно же, там мало кислорода, и условия для этих анаэробных бактерий отличные, благоприятные. Отличные, да. Вот, да, но есть один... скажем так, важный момент. Нельзя вот именно связывать все заболевания именно с пародонтитом. Просто его рассматривают прежде всего. Если это основная причина. Да, если приходит пациент и говорит, у меня, допустим, запах изо рта. Но часто бывает так, что идеальный десна у человека. Поэтому мы смотрим дальше. Есть следующий, так сказать, уровень. Это глоточные миндалины. Глоточные миндалины. Глоточные миндалины, там тоже есть условия для размножения вот этих самых анаэробов. Потому что миндалины так устроены, они все пронизаны микроканальцами, очень глубокими. Вот, поэтому, когда мы говорим о запахе, мы должны рассматривать все вот эти вот уровни. Глоточные миндалины – это второй этап. Здесь это, конечно, прежде всего
опять же, мы возвращаемся к питанию. Допустим, если много мы употребляем животного белка, то этот налет, он откладывается, если не в десневых карманах, то вот в этих канальцах глотчих миндалин. И опять появляется сильный запах, и более того, они могут иметь хроническое воспаление. Даже так? Ну, хронический тонзиллит. Да. Вот, потому что животный белок, он очень является хорошим субстратом для размножения гнилостной микрофлоры. Вот. Но может быть так, что и с миндалинами все в порядке. Поэтому надо смотреть дальше. Спускаемся ниже. Ниже дальше у нас пищевод. Это все желудок. Ну, как бы... Это не мы, но... Но вы можете направить, к нам обращаются люди, мы не можем сказать, что мы не знаем. Вот. Надо оценить ситуацию с точки зрения стоматологии. Если и нет, уже предположение. Мы должны дать определенное направление, куда. Вот. Ну, да. Если ни там ничего нету плохого, то мы направляем к гастроэнтерологу. Вот. Потому что проблемы желудочно-кишечного тракта – это, скажем так, третий уровень, на котором могут возникнуть проблемы с запахом. Вот. Три вот этих вот главных уровня – это... полость рта, первое. Второе – это глоточное лимфоидное кольцо. И третье – это желудочно-кишечный тракт. А вот если это все-таки в вашей компетенции, да, стоматология, то мы можем просто местным образом убирать запах? Ну, то есть какие-то, ну, от жвачек, да, до каких-то специальных, может быть, пластин, спреи дома. Какие-то. Ну, да, чтобы просто... Дома это временно. Да, вот есть спреи, улучшающие... Свежесть дыхания. Да, свежесть дыхания. Это временно все. Если причина будет здесь, то ничего не поможет. Ну, часто бывает так, что действительно человек совершенно здоров. Но даже у здорового человека часто это явление бывает. Здесь действительно можно самому эту проблему решить, если хорошо понимать, в чем причина. Причина заключается как раз в сухости полости рта. Вот, потому что... То есть недостаточно слюноотделения, получается? Да, недостаточно слюноотделения, потому что или опять-таки... Или человек мало пьет? В том числе и это, и это. Но сухость могут еще некоторые лекарства тоже вызывать. Да, вот. Потому что и в слюне... И заболевания тоже. И в воде содержится кислород, который является антагонистом анаэробов. Поэтому и слюна, и вода подавляет. Отсюда следует простой вывод. Мы прекрасно знаем, да, от чего у нас выделяется слюна больше всего. Опять же, лимон. Жвачка может тоже повысить слюноотделение. Да. Поэтому, если мы хотим оказать, так сказать, себе самому быструю помощь, то достаточно просто действительно стакан теплой воды, несколько капель лимона. Или можно просто дольку лимона, кто в состоянии съесть. Или пожевать жвачку. То есть есть ряд быстрых мер, которые устраняют сухость полости рта. Если вы устранили сухость полости рта, то вы устранили и запах. Отлично. При условии Еще очень важный момент – это курение. Потому что это налет пигментный, это запах изо рта. Это всегда присутствует. И от него даже никуда, мне кажется, не деться. Да, это сухость полости рта, потому что страдает слюнная железа. А, вот как раз. То есть тут уже вообще очень много всего в совокупности. Также может появиться чувствительных зубов. Поэтому мы получаем много проблем сразу с полостью рта. У меня была пациентка, она и есть сейчас, я ее хорошо очень знаю, лечу много лет, и она курила. И так как она очень ответственная и ходила лечить зубы каждые полгода, мы с ней делали чистки, проверялись. И вот каждая чистка – это была проблема. Это была дикая боль. Нам приходилось делать анестезию везде. И потом она приходит, и был налет пигментный. И вот это нужно было все почистить. И потом она приходит, в какой-то момент я смотрю, там все чистенько. Ну, так более-менее нормально, да, нет пигментного налета, есть камушек. И начинаем чистить, и нет чувствительности. Она говорит, я бросила курить. Как здорово. Все, проблема решена. И решили проблему. Конечно, да. Ну, вот на такой приятной, радостной ноте мы с вами закончим эту программу. Большое вам спасибо. Я думаю, что все сейчас улыбнулись, вздохнули с облегчением. Вот, и пожелаем всем красивых улыбок. Вам всего доброго, до встречи. До свидания. Подведем итоги. Если вы обратили внимание на то, что зуб можно пошевелить, скорее обращайтесь к стоматологу. Промедление с лечением может обернуться серьезными проблемами, вплоть до потери целого зубного ряда. Главный фактор появления зубных камней – некачественная и несвоевременная гигиена ротовой полости.
Вовремя неочищенный налет быстро увеличивается, уплотняется и заселяется бактериями. Чтобы предотвратить его скапливание, нужно 2-3 раза в день чистить зубы после еды с использованием щеток, паст, зубной нити и ополаскивателя. Самым главным показателем кровоточивости десен является налет, который накапливается вдоль линии десен. Избежать появления кровоточивости десен и других зубных проблем помогут витамины С, К, фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки и правильный уход за полостью рта. Часто причинами неприятного запаха изо рта являются нарушения функциональной активности органов пищеварения и дыхания. Поэтому очень важно проводить диагностику причин появления запаха изо рта с последующим их устранением. Желаю вам красивой улыбки и не болеть!